Всем привет! Вы на канале Интернет и Деньги. В этом ролике я вам покажу интересный airdrop, в котором можно будет заработать 100 тысяч токенов NOX, которые на данный момент приравниваются к 30 долларам. Очень хорошая раздача, плюс будет 10 тысяч победителей. Это не так уж мало, потому что зачастую в airdropах бывает и 500, и 1000 победителей, а среди 10 тысяч у нас есть хорошие шансы в него попасть. Плюс заканчивается раздача уже через 2 дня, то есть 13 февраля. Если вы ролик смотрите после этого времени, то он уже будет не актуален. Сама раздача будет 20 февраля, то есть нам ждать совсем недолго, чтобы получить токены, если мы попадаем в число этих счастливчиков 10 тысяч человек. Есть уже, кстати, вот такой вот сайт NoxCoin, метавселенная игровая. Чтобы пройти airdrop, соответственно, вам необходимо перейти по ссылке в описании. Далее вы попадаете в Telegram-бот. Нужно вот тут вам будет нажать кнопочку старт и его запустить. После чего вам дадут вот такую ссылку. По ней вам необходимо перейти, пройти 3 раза капчу и нажать на кнопочку submit, подтвердить. И в боте тоже нажать эту кнопочку. Далее бот вам выдаст уже инструкцию, куда нужно подписаться. На самом деле подписок не так уж много. Это подписаться на Twitter. Далее сделать ретвит закрепленного поста, при этом отметить 3 друзей и поставить тому же посту лайк. Далее проголосовать за NoxCoin на сайте Watcher Guru, подписаться на 2 телеграм-канала, подписаться на телеграм-группу и на YouTube-канал. После чего вот тут будет кнопочка Submit My Details, вы на нее нажимаете. Далее вот тут в строке вводите логин вашего Twitter-аккаунта, нажимаете «Отправить», после чего сюда также вставляете кошелек сети Binance Smart Chain, можно MetaMask, Trustwallet и так далее. Опять же нажимаете «Отправить» и после этого нажимаете кнопочку «Статистик». Далее у вас будет вот такое окно, вы уже по сути airdrop прошли. Тут отображаются ваши токены и будет сразу ваша реферальная ссылка. Кстати, здесь написано, что за каждого реферала дают 20 тысяч токенов NOX. Но это, ребят, пока что циферки на балансе, потому что если мы с вами не попадаем в эти 10 тысяч человек, которые получат награду, соответственно, нам ее не дадут. Но если мы туда попадем, соответственно, в список победителей, то эти токены нам придут уже на кошелек, который вы указали при прохождении аирдропа, и мы сможем их либо там обменять на какие-то другие токены, либо просто продать, ну либо держать дальше. В общем, все очень просто. Кстати, давайте я немножко уточню по некоторым задачам, потому что я думаю, с подписками там на Twitter, на Telegram, на YouTube у вас проблем не возникнет, а возможно некоторые не знают, как сделать ретвит, при этом отмечать друзей, либо проголосовать на Watcher Guru. Лично я ранее не знал, как делать ретвит с отмечанием друзей, поэтому я вам это покажу. Вот тут вот нажимаете кнопочку, нажимаете «Перейти». Далее видите вот такой ретвит, можете сразу же поставить лайк, так по условиям его все равно необходимо поставить. И вот нажимаете на этот значок. Нажимаете, тут есть два положения, это просто ретвит и цитировать твит. Нам необходимо вот это второе, нижнее, нажимаем цитировать твит. И вот здесь вот вы как раз таки вставляете 3 логина ваших друзей и нажимаете кнопочку твитнуть. Где брать эти логины, давайте я вам покажу. Переходите в свой профиль, выбираете вот здесь читателей, те, кто вас читает, и вот логины ваших друзей. Вот, например, копируете, вставляете туда, где я вам только что показывал, возвращаетесь, копируете второй, так 3 логина копируете и нажимаете кнопочку «Твитнуть». Как видим, вообще ничего сложного здесь нет. Теперь давайте покажу, как проголосовать на сайте Watcher Guru. Тоже, в принципе, все просто. Я думаю, что многие из вас знают, как это делать, но все-таки решил немножко уточнить. Итак, вы переходите на сайт, он опять же таки открывается у вас в браузере. Вот здесь вот кнопочка Water, вы на нее нажимаете, далее вам необходимо будет пройти капчу, нажать кнопочку подтвердить, все, вы проголосовали, можете переходить к следующим задачам. В общем, ребята, airdrop очень простой, в принципе, можно получить хорошую награду, если, конечно, попадем в число победителей. Кому интересно, ссылка на данный airdrop будет под видео в описании. Переходите и проходите данный airdrop. Также рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, потому что еще вчера я делал пост об этом airdrop, так что вы там будете узнавать информацию прежде всего. Плюс там публикуются некоторые airdrop, которые не выходят на YouTube. На этом все. Вы были на канале Интернет и Деньги. Всем удачи и хорошего профита.